Всем привет! С вами Жанна Копьена и интернет-проект Faberlic Online. Представляю вашему вниманию сумку от нашего модного кутюрье Валентина Юдашкина. Ее артикул 9894 и называется сумка «Версаль». Вот такую сумку я получила буквально на днях. И хочу сказать, что она не только оправдала мои ожидания, она их превзошла. Вот первое, что бросается в глаза, посмотрите, как сумка здорово держит форму. Она устойчивая. У нее вот такое широкое дно с ножками. Сумка, сделанная из хлопка, тканевая основа, и вот с такими стразами. Понятно, что это сплав недрагоценных материалов, но посмотрите, как они хороши, а при свете они мерцают. Скажу, что сумка пришла вот в таком вот пакете, и более того, каждая ее деталька была отдельно завернута в слюду и бумагу. Все застежечки на ручках, все брелочки. Сумка имеет ручки, которые можно регулировать по длине. Можно сделать чуть короче, можно сделать длиннее. На брелке фирменный знак от Валентина Юдашкина и вот такая птичка колибри. И вторая подвесочка олицетворяет цветок. Многие женщины говорят, что я уберу вот эту подвесочку, она легко снимается, и оставлю только, мол, фирменный знак Валентина Юдашкина. А я же думаю по-другому. Мне она действительно олицетворяет цветок, что вот птичка летит на цветок. Поэтому я точно ничего не буду удалять, мне нравится сумка именно в таком виде, как она представлена в каталоге. Замочек достаточно крупный, легко расстегивается, и посмотрите, какая она большая. Одно большое отделение. Сумка действительно вместительная. Кармашек на молнии для мелочей и с фирменным знаком от Валентина Юдашкина. С другой стороны мы видим два отделения для мобильных телефонов. В следующем каталоге такая сумка идет со скидкой 45%. И покупая такую сумку, легко сразу поучаствовать в акции новичка. То есть получить в подарок один из трех парфюмов на выбор от Валентина Юдашкина. Один мужской, новинка каталога, или два женских на ваш выбор. С вами была Жанна. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И хорошего вам дня!